какие мы, кто мы есть, какое место в этом мире занимаем. Я славянка, девочка, выросшая в русскоговорящей семье, но которая формировалась в условиях башкирской культуры. Я причисляю башкирскую культуру, башкирскую кухню, башкирский язык. Так или иначе, даже если я на нем не говорю, я причисляю его к части своей идентичности. Это очень важно для меня, и это то, что навсегда останется со мной. Именно поэтому я очень горда, что мне довелось участвовать в таком проекте. Это съемка о том, что, будучи современным человеком или, в частности, современной женщиной, очень важно помнить о своей культуре, о своей истории, о своей идентичности, да? Всегда помнить о том, что выделяет нас, что делает нас особенными в этом мире, и не скрывать, не бояться этого, а помнить и с гордостью нести в массы. Девушки одеты в черное, они современные, прекрасные женщины, которые любят себя, ухаживают за собой и существуют в реалиях нынешнего мира. И все эти девушки, если на них посмотреть, по ним видно, что они горды тем, кто они есть. Я только смогла, наверное, как-то показать это через свою камеру. Я хочу поблагодарить своего друга, соратника и вообще просто прекрасного человека, Дилю Карамову. Диля очень многим помогла в организации данной съемки. Она как раз-таки была тем человеком, которая старалась подобрать наиболее гармоничные образы девушкам. Во многом поэтому у нас получились естественные кадры. Thank you.